В СПбГУ стартовал курс открытых лекций американского юриста-практика Яна Сайгеля. На юридическом факультете студенты в течение 10 дней будут разбирать уголовное право и уголовный процесс США. На первой лекции преподаватель уже дал задание будущим юристам – ознакомиться с делом. На примере данного кейса студенты будут учиться произносить вступительные речи, вести первоначальный, а затем перекрестный допрос свидетелей и экспертов. Рассказывая о правовой системе США, юрист акцентирует внимание на то, что настоящая сила – это присяжные. Люди могут быть выбраны без объяснения причины. Конечно, вы бы хотели присяжного, который является вашим родственником, но это нечестно. Мистер Сайгель отметил, что во время выступления необходимо иметь контакт с человеком. Важно смотреть в глаза слушающим и контролировать свой голос. Чтобы быть убедительным, нужна уверенность. Я не профессор. Я просто помогаю разбирать кейсы. Езжу и учу людей. Был в Польше, Украине и сейчас в России. Ведь когда я был молодым юристом, я не знал, как и что делать, по каким книгам заниматься. По окончании курса, а это 10 лекций, студентам юридического факультета СПбГУ предстоит итоговое испытание – суд присяжных. Мария Кузьмишина, Владимир Лушин, медиацентр СПбГУ.